Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как я делаю снасть насаргана. Значит, насаргана существует вот такая вот резинка с поплавочками и с поводками. Но ее делать долго, поэтому я сегодня вам расскажу о другой снасти. Я вам расскажу о том, как мы бомбарды ловят саргана на море. Вот для этого нам нужна тонущая бомбарда 20, 25 и 30 грамм. В зависимости от удилища мы берем нужную нам бомбарду. Значит, у меня будет фидер, поэтому я возьму 25 грамм, 25 грамм тонущей бомбарды. Теперь начнем ее делать. На основную леточку я беру 0,30. Просовываю бомбарду. Так, внизу надеваю стопорок. Это для того, чтобы бомбарда не разбивала наш узел. Так. Дальше. Дальше можно подцепить вот такой тройной вертлюжок. Это для того, чтобы не закручивался поводок. Или, если нет такого вертлюжка тройного, можно взять просто два вертлюжка с карабинами и соединить один вертлюг с карабином с другим. Вот таким вот образом. Вот так вот. Теперь привязываем за вертлюжок, а здесь у нас будет крепиться поводок. Ну, так как у меня есть тройной, то я буду применять тройной. Отрезаем лишнее. Вот такая у нас получается конструкция. Вот так. Здесь бомбарда. И вот этот кусочек, ну, сантиметров на раз 40 вставляем. Но здесь я тоже врежу и надену стопорок. И здесь делаем окончательную петельку для крепления к основной леске. Все, верхняя часть у нас готова. Теперь переходим к поводку. Поводок флюорокарбон 0,14. Длина поводка 1,5–2 метра. Так, раз, два. Так, на одном конце делаю петелечку.
Смачиваю моя. Так, врезаю лишнее. И теперь, чтобы потом с крючком не возиться, одеваю его на снасть. Так, теперь дело за крючком. Крючочек беру красный, 10-й номер, кобра. Можно, конечно, крючок взять и покруче, но то, что у меня было, то и беру. Так, привязан крючок. Так, все. Вот и вся наша снасть на саргана с бомбардой. Ничего, ничего нет сложного. Теперь для транспортировки. Вот это у нас обыкновенная утеплитель для труб. И вот я его использую как мотовило. Вот это мотовило, потому что поводок, во-первых, тонкий. И при транспортировке можно его так запутать, что потом придется менять. А сейчас, вот смотрите, получается все даже чудненько. Вот такая вот получается нехитрая снасть на саргана. Что на крючок? На крючок обычно цепляют морского червя. Но мы в последнее время прицепляем просто или навозного, или вот сейчас вот самый распространен калифорнийский червяк. Это тот же самый навозник. Небольшой, красного цвета, великолепно работает по саргану. Все, будьте здоровы, до следующих встреч. На следующий раз я расскажу, как мы делаем резинку на саргана. Все, пока.